Так случилось, что нападение произошло на фоне начала официальных переговоров о выходе Британии из ЕС. Накануне Лондон и Еврокомиссия договорились о приоритетах переговоров по Brexit. Как заявил главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье, переговорщики должны разделиться на три группы для обсуждения трех вопросов. Прав человека, урегулирование финансовых обязательств сторон, а также прочим темам, связанным с разводом. На первом этапе переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза будут затронуты самые горячие вопросы. Мы должны устранить неопределенность, созданную Брекситом. Нам надо сделать так, чтобы выход Соединенного Королевства происходил организованным порядком. А уже затем, на втором этапе, мы намерены определиться с нашим будущим партнерством. Согласно договоренностям сторон, переговоры будут проходить одну неделю ежемесячно. Первый раунд дискуссий стартует 17 июля.